Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я вам хочу рассказать о снасти, которую можно применять для ловли как толстолоба, так и карася и карпа. Это палочка толстолоба, которая гнется из спицы. На нее надеваем пружину. Вот эта пружина уже без внутренности, без палочки. Или вот такую можно одеть пружину. Но я одеваю пружину такая, которая мне нравится. Далее одевается поводок. Да. Кстати. Значит, вот этот поводок, который идет сверху, он у нас вместе с крючком получается 16 сантиметров. А если до крючка, то длина поводка будет 14 сантиметров. А вот эти короткие, которые цепляются снизу, эти по 7 сантиметров. Теперь получается, значит, что надо сделать? Надо закрепить вот этот поводок вот здесь вот. Для этого я беру пыльник. Пыльник, обрезаем пыльник. Чтобы было удобно насаживать поводок. Надеваю на поводок. Кусочек нашего пыльника. И начинаю сборку. Здесь его фиксирую снизу. Просто петля в петлю. Вот так. Теперь надеваю его на снасть сверху. Все, поводок у нас закреплен. Это верхний поводок. Теперь цепляю нижний. Вот я сделал заранее, как делаются поводки. Это неинтересно, это знакомо каждому рыбаку. Один поводок, и второй поводок. Ну, как раз собираемся завтра на рыбалку. Вот это снасть возьму с собой, покажу, как она ловит. Дальше вот это закручивается. Теперь длина вот этого поводка 30 сантиметров. В общей сложности получается длина 60. Но 60 сложил пополам, сделал здесь двойной узел. И вот это вот у нас идет для крепления с основной леской. Вот так. Будет крепиться вот здесь. Что нам надо для того, чтобы его закрепить сверху? Нужно его прижать. Чем можно прижать? Можно взять термоусадку, отрезать кусочек термоусадки и вот это все вещи мы отжигаем. Термоусадку мы просто-напросто усаживаем.
куча новинок. Притягивай сюда нашу плетенку и здесь ее фиксирую. Вот так. Вот, в принципе, и вся снасть. Вниз. Вниз ставлю грузик. Застежку, кстати, тоже делал сам, так как ранее показывал видео. Почему? Потому что обыкновенная застежка будет плохо застегиваться на таком шарике. А шарик, как я уже убедился, очень хорошо держит дно на речке. Вот, в принципе, вся снасть. Но это пружина. Сюда можно поставить кашу и все прочее. Теперь, если нам надо на речку поставить макушатник. Вот, смотрите. Ставлю макуху. Вот он получается макушатник. Защита, все. Вот макушатник. Пожалуйста, применяйте его на речку. Идем мы на толстолоба. Да и не только на толстолоба. Тут на планктон можно применять и на речке. Единственное, что он дорогой. И на речке нет смысла его применять. Но в настоящем водоеме на толстолоба, пожалуйста. Вот вам донная снасть для ловли толстолоба. И не только толстолоба, я же еще раз говорю, на эту снасть берет и карась, и карп. Белого мура только не ловил на него. И карася, и карпа ловил. Ну и толстолоба соответственно. Вот он. Снасть на толстолоба на стоячку. Вот, в принципе, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Все, будьте здоровы, до скорых встреч!